Сейчас вы уже достигли возраста привлечения и к уголовной, и к административной ответственности. Один из уроков у старшеклассников первой гимназии провели правоохранители, напомнив ребятам правила безопасности на дорогах и что они сами теперь несут ответственность за свои поступки. Павел говорит, с правилами он знаком и соблюдает их, но повторение – мать учения, уверен одиннадцатиклассник. Хочу подметить то, что информация очень важна, безусловно. Я считаю, что подобная просветительская деятельность должна быть. На всех по-разному действует, но задуматься в любом случае заставит всех. Даже если кого-то испугает, в любом случае он задумается. Напомнили старшеклассникам и о правилах поведения при переходе по пешеходному переходу. Да, это знакомо всем, но не всегда работает на практике. Согласно статистике, с начала этого года на территории Пермского края с участием детей в возрасте до 16 лет произошло 31 ДТП, в результате которых 39 детей получили травмы различной степени тяжести. Главное – это ваша безопасность, понимаете? Никаких гаджетов не должно быть. То есть мы достаем все наушники, мы убираем все телефоны. И только в этом случае, убедившись, что транспортное средство вас пропускает, мы переходим дорогу. Я считаю, что об этом всегда нужно напоминать, так или иначе, потому что что-то бывает, все равно забывается. А так освежает память. Давай пофантазируем, если все будут соблюдать правила, в каком мире мы окажемся, как думаешь? В мире намного лучше, чем есть сейчас. Напомним, в Пермском крае также существует штаб по детской безопасности. По телефонам вы можете сообщать о заброшенных зданиях, сломанных элементах детских площадок и прочего, что может привести к детским травмам, как физическим, так и психологическим. Берегите себя и своих близких. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».